with the corner. Oh, and headed off the post and in. Cristiano Ronaldo breaks his duck. 320 minutes into his Serie A career. He finally gets the goal. Really wanted. They lead by a goal. Так, Эмре Джан. Передача на Криштиану Роналду. Удар 2-0. Криштиану Роналду оформляет дубль. В сегодняшнем матче. Ну и это уже несравнимо с первым голом. Тут была и скорость Роналдо, его подключение. Ну и в конце концов, очень грамотное завершение атаки, потому что, да, естественно, аплодисменты VIP-ложи. Джон Элкон и Андреа Аньели довольны.